Физкульт, привет всем! Ура! Кросс как альтернатива продолжительному застолью. В Волгограде состоялась акция «Муромская дорожка» в поддержку здорового образа жизни. Перед началом забега все участники собрались под сводами храма всех русских святых, где состоялся молебен преподобному Илье Муромцу. Он был не просто былиным героем, а реальной личностью, служил киевскому князю и прославился воинскими подвигами и невиданной силой. Умер от тяжелой раны, полученной в бою с половцами. Перед смертью принял монашеский постриг. В память о русском богатыре десятки волгоградских спортсменов, в том числе и дети, приняли участие в забеге. Маршрут пролегал от храма всех русских святых по парковой зоне улицы имени маршала Чуйкова до памятника мирным жителям Сталинграда и обратно. Затем все отправились на чаепитие. Инициатором проведения акции «Муромская дорожка» выступило общественное движение «40-40» при активном участии Федерации бокса Волгоградской области. Этот спортивный праздник объединил более 50 городов России. Он проходит не первый год и приурочен к дню памяти преподобного Ильи Муромца, который отмечается 1 января. Цель акции – показать жителям Волгограда, что праздничные дни не обязательно должны сопровождаться обильными алкогольными возлияниями. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. Вот такие вы здоровые. 1 января, да, Коля? Давай. Раньше бихалка была, все про Бога по руке. Раньше одну бихалку всех брала.